Всем привет, с вами канал Правильный Выбор. Сегодня на обзоре сплит-система Electrolux AirGate 2. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Под видео в описании вы найдете подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Для поддержки канала ставьте лайки и пишите комментарии. Минималистичный дизайн кондиционера позволит вписаться практически в любой интерьер. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков. Внутренний блок кондиционера оснащен скрытым дисплеем, а также индикацией режимов работы. Лицевая панель сплит-системы AirGate 2 выполнена из лакового зеркального покрытия. Такая модель придется по вкусу всем, кто уделяет особое внимание оформлению своего дома. Сплит-система AirGate 2 оснащена трехступенчатой системой очистки. Благодаря ее комплексному воздействию повышается качество и состав воздуха, способствуя здоровому образу жизни и улучшению самочувствия, что особенно важно для аллергиков и семей с детьми. Функция памяти положения жалюзи обеспечивает прохладу в нужном вам направлении каждый раз после включения кондиционера. При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени. Эффективное распределение воздуха при помощи горизонтальных широкоугольных жалюзи с большим углом раскрытия гибких створок изменяет направление воздушного потока по горизонтали в более широком диапазоне. Жалюзи не только смещаются, но и изгибаются, создавая более эффективное управление воздушным потоком по сравнению с жесткими створками при той же воздухопроизводительности. Специально разработанная конструкция лопастей вентилятора эффективно снижает уровень шума. Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера. Микросхема, встроенная в блок управления, самостоятельно выполняет диагностику неполадок. Сигналы о возникших неисправностях отображаются на световых индикаторах внутреннего блока сплит-системы. При необходимости автоматически включается система защиты от поломок. R410A. Данный фреон является озонобезопасным и более эффективным по сравнению с R22. Свойства фреона позволяют достигать энергоэффективности класса А, что означает больше холода и больше тепла при меньшем потреблении электроэнергии. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Жду ваши комментарии и лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».